А то присели там, что-то прижухли, такие сидят. Она качалась. Ля-ля-ля-ля-ля, надлазь. Она компромат на меня сидит? Да. Ты как-то меня снимаешь, ты говоришь? Да. И тогда фотку делали, когда Дашке отправляли. Он такая, потом через неделю пишет. Я, говорит, вот сейчас заметил, что, говорит, ты живот втянул. Я, кстати, еще не звонил два раза. Она в Грузии. Она поехала отдыхать. А? Да. Она сделала себе 5-дневный отдых. Уехала сначала в Кисловодск, а потом оттуда в Грузию. Вон, ну, здесь же фотки есть. А? Она говорит, одна вроде как. Одна вообще на поезд села. Там же дядя у нее вроде как в Грузии уже. Или в Кисловодске, или в этом. Девочка, она приходила, уже жила в Кисловодске. А с кем она приходила? Такая вот, которая, типа, ты мне хватайся за веревку. Которая теннисистка тут. Ты чего, Сереж? Нет, у нее там... Ты чего? У нее звуковое сопровождение было как у теннисиста, кстати. Да, вот эти все моменты. Это мне нравится, фотки есть одна в интернете. Ну, опять же, к теме промок, вот эту допинг. Такая теннисистка. Это. Все, Афроамериканка такая теннисистка, накачанная, мужика похожа. Афроамериканка такая накачанная. Вот, Селена Вильямс, да, говорит. Теннисистка такая, да? И наша рядом такая кожа. Знаешь, там снизу написано, под теннисистку, под этой, под накачанной негритянкой написано мюсли, под наши анаболики. Вон, смотри, умница сидит, 9 раз пролезла. 10 даже. Она рекорд поставила. Вылезет 10 раз, а? Любитель фастфуда. Да какие фастфуды? Я, кстати, я кило скинул. Утром! Спуск! Крепи, крепи! Все, крепи! Отпускай руки, не верь. Закрепил. Я говорю, утром скинул кило? Да. Ты говоришь, спуск? Нет, ты говоришь, спуск, все, и отпускайся, а ты держишься. Да, пошли. Не пойду я с ногтями, нет. Ничего. Ничего. Вот на это. Да хоть любая. Вот на это пошли. Все вырубили инструктора. 10 раз. Вот сюда.